43 миллиона пенсионеров смогут получить единовременную выплату в 5 тысяч рублей уже в январе 2017 года. Из них около 370 тысяч проживает в Чувашии. На прошедшей сегодня пресс-конференции в Республиканском отделении Пенсионного фонда журналистам рассказали о деталях. Первая индексация пенсии была проведена правительством России в начале этого года и составила 4%. Взамен второй Минтруда страны предложила единоразовую выплату всем без исключения пенсионерам и работающим и нет из расчета на инфляцию. Она составит 5 тысяч рублей и будет произведена в январе будущего года. По расчетам профильного министерства, отказ от второй индексации позволит сэкономить более 1,3 триллиона рублей в ближайшие 3 года. Сейчас главное запустить механизм этих выплат. В целом на это уйдет, наверное, 4 месяца. К декабрю все нормативные акты будут готовы, и мы с январской пенсии мы эту сумму безболезненно всем пенсионерам можем выплатить. Социальная поддержка важна не только пенсионерам, но и людям трудоспособного возраста. Чувашия находится на 3-м месте по трудоустройству среди регионов Приволжского федерального округа. По каждому конкретному случаю правительству приходится принимать особые меры. Мы планируем 80 миллионов направить на поддержку предприятий тракторного завода. Вы знаете, там непростая ситуация. Часть людей, значит, находится в вынужденных отпусках. Часть предприятий концерна находится в простое. Здесь принцип очень простой. Мы предлагаем и говорим тракторному заводу, значит, вы своих работников не увольняйте, сохраняйте рабочие кадры в период кризисной ситуации. Из бюджета мы вам будем выплачивать на каждого работника в пределах 7 тысяч рублей. Возвращаясь к теме индексации, руководитель ведомства подчеркнула, что идет разработка бюджета, расходы просчитываются, и начиная с 2017 года ожидается индексация пенсий в полном объеме. Алена Алтухова, Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.